В Махачкале прошло первенство Дагестана по дзюдо среди юношей и девочек до 18 лет. У юношей наибольшее количество медалей, сразу 6 золотых, завоевали хозяева татами махачкалинцы. Дважды первенствовали представители Каспийска, одна награда высшей пробы отправилась в Дербент. Всего 18 комплектов наград определили 340 спортсменов. По итогам турнира наставники сформируют команду республики для участия в соревнованиях СКФО.